Всем привет! Всем привет! Всем привет! И сегодня я приглашаю вас в Хельсинки. Мы приглашаем вас в Хельсинки прогуляться с нами в замечательном и чудном парке аттракционов под названием Линнамекки. Вот сюда мы точно не пойдем, это мы уже знаем. Ой, кстати, это у меня печать осталась после посещения морского музея. Так, на это колесо, наверное, мы тоже не пойдем. Мы боимся. Мы пойдем что-нибудь попроще и полегче, такой лайт-вариант. Мы туда отправимся, да, девчонки? Да! Это комната страха. И причем она выглядит так, что моим детям уже страшно. Ведьмы выглядят. Мы пойдем туда? Нет. Мы пойдем туда. Пойдем в комнату смеха, лучше. Покажи ее, она смешная. Но мне невероятно нравится, как оформлена вот эта комната страха. И там из окна, вот там из окна выглядывает ведьма. Да, она прячется за шторку и снова выглядывает. И на детей наводит жуткий ужас. Ужасный ужас и жуткую жуть. Так, мы ждем открытия всех аттракционов, потому что они начинают работать ровно в час. Запускают людей чуть раньше, мы купили уже билеты, но сами аттракционы пока еще не работают. Поэтому, пользуясь возможностью и случаем, пока здесь людей очень мало, просто гуляем, наслаждаемся видом. Ну что, пойдем исследовать дальше? Пойдем. Парк. Может, мы найдем какой-нибудь аттракцион, на котором мы еще заходим. Да, мы уже определились, на каких аттракционах мы будем кататься. Во-первых, все втроем мы пойдем в фан-комнату. Это даже не комната смеха, это фан-комната. Это комната приколов, развлечений, которая в прошлый раз нашу Аннику, которая еще была тогда маленькая, напугала. Если честно, там должно было быть смешно, но она испугалась. Теперь она идет сознательно туда, потому что больше не боится. Вот это да! А это кто такое, решится туда ехать? А это что такое? Ой, смотрите! А, это, по-моему, тот, который на воду спускается, ребят. О, а можно на нем поесть? Ну, в общем, первый аттракцион определили. Второй тоже. Второй еще не знаем. Второй девочки хотят на машинках. Девочки хотят на машинках. Пойдемте посмотрим, что там. Ну, по-моему, они хотят уже все здесь. Да, кстати, серия билетов из 6 штук стоит 36 евро. Одноразовый билет стоит 8 евро здесь, в этом парке. Кажется мне, что после прохождения этого лабиринта детей можно будет выжимать. Неправильно рассчитаешь время, и тебя обольют водичкой. Окей, один клиент готов, полумокрый, полусухой, второй идет. Окей, уже с босыми ногами, все понятно. Так, дети обнаружили небольшую детскую площадку. Всякие штуки странные. Эти штуки. Такая вот такая штука. Ну и... О, боже мой. Два. Это мне страшно, много ползти, но я поползу, блин. Вот. А мама внизу. Эрлен! Вот Аника и Близдогорка. Окей. Дети маленькие, это значит я... Ладно. О боже! О, люди! Это ужас, честно. Погуляли достаточно по парку, и теперь идем
комнату, фан-комнату. Я боюсь, это ведьмы. Ну, ведьмы не фан. Ведьмы не фан-комнате, да. Но так как она рядышком, то Аника боится. Мама. Так. Что же, мы на месте. Мы идем в фан-комнату. Подожди. Под названием Беккула. Морально. Мы морально настроились и идем. Открывай окошко и выглядывай там. Так, Аника все об этой ведьме думает. Так, вот у нас три билетика. Что же, мы сразу же попадаем в мир зеркал. Как много меня. Как много меня в одной комнате. Это просто... Мне уже не страшно. Не врежьтесь, да? Главное. Мама, готовься! О, боже, я чуть не упала. Что ж так закричали? О, какие вы смелые ребята. Это переход? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что тут? О, да. Вот здесь, ребята. Мамочка, здесь так плохо, вы не представляете, в этой комнате. Боже, я не знаю, куда можно смотреть. Что со мной? Это невероятно. Здесь не подняться. Я не знаю, что здесь происходит в этой комнате. Но тебя размазывает. Я прям запыхаюсь. Ура! Вот что здесь нужно делать, не знаю. Но у меня до сих пор кружится голова от того, что я там испытала. А, здесь ничего не шатается? Не кружится? Мама? Так. О, боже! Что это? О, боже, какой. А, это просто так? Да, это блок. Ой-ой-ой. Девочки, вы где? Нам же передумалось сюда идти. Здесь все вращается вместе с моей головой. Вот как-то мы здесь были, когда Анюшка была еще очень маленькая. И когда я сюда наступила, по одному, девочки. И когда я сюда наступила, я упала вместе с Анникой. И я хохотала, а Анника плакала. Давай, проходи, Эвелин. Мама, можно я подержу? Можно? Давай. Так, снимай меня. Я сейчас точно упаду, когда здесь пойду. Ах, вот ты так решила. Оригинально. Я сейчас упаду.
победитель. Я пока снимала, чуть не упала. Все, и теперь финальная аккорд. Надо скатиться с горки. Нам надо будет сейчас вот туда, в эту дыру скатиться. По-другому никак. Так. Давай, жди меня. Сейчас я тоже сяду. Села. Готова? Да. Мы готовы. Мы поехали. Снимаешь нас? О, Боже! О, Боже! О, Боже! Они грубые! Пусть номерят. Ну как, страшно? Я еду. Я еду. Ты увидела свое лицо. Ты увидела свое лицо. Дай мне камеру. У меня трясутся руки и ноги. Выходите сюда. Давайте сядем, надо обсудить. Давайте сядем. Аника, иди сюда. Лучше мне туда. У меня поджилки трясутся, скажу честно. Если честно, я была смелой. Да, ты молодец. Самая первая шла, Аника. Я просто удивляюсь. Вот, смотри, вот там мы были. Мы тут везде были. Мы тут все обошли. Я теперь трудом снимаю, потому что у меня трясутся руки. Так, Эвелин, как тебе? Это ужасно? Аника, тебе? Супер! Супер, отлично! Прикольно. В общем, фан-комната удалась. Мои девчонки поехали. Вот они едут. Ну, вы молодцы, вы неплохо водили, кстати. Я ни разу не влезла. А куда мы следующее пойдем? Пойдемте погуляем. Пойдемте погуляем, посмотрим, что здесь еще есть, какие аттракционы. Мы долго ходили здесь в поисках дамской комнаты. Оказалось, что прошли несколько раз мимо нее. А все от того, сейчас я вас покажу. А все от того, что она была просто в форме паровозика. Вот. Вот это то, что мы так долго искали. А вот здесь указатели, которых мы не заметили даже. Так, мои храбряшки сейчас прокатятся вдвоем вот на этом вот вертолете. Мам, телефон! Так, ну кто скоро полетит? Я. Кто-то скоро полетит. Мы продолжаем лазать на детской площадке парка Линна Мягки. Вот она здесь, я тут с детьми обитаю. А вам скажем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Ставьте лайки. Вам наверняка понравилось наше видео. Ставьте лайки. На канал. Ну а если у вас есть какие-то вопросы, то пользуйтесь полем для комментариев. Всего вам доброго, друзья. И пока-пока.